Сегодня не стало великого оперного певца. После продолжительной болезни в Лондоне скончался Дмитрий Хворостовский. В 2015 году артиста был диагностирован рак головного мозга. За полтора месяца до этого состоялся его последний концерт в Тюмени. Он выступил на торжественном приеме для ветеранов в честь Дня Победы. Песни военных лет составляли особую часть его репертуара. С годами становишься более, что ли, сентиментальным. И чем труднее, чем ты дальше от России, чем труднее России приходится, тем, конечно, больше, в большей мере это чувствуешь, эту острую какую-то боль, что ли. Хворостовский трижды был в Тюменской области, два раза на фестивале «Лето» в Тобольском Кремле в 2007 и в 2014 годах. Он очень любил приезжать в Сибирь, ведь сам родился в Красноярске. А публика всегда с нетерпением ждала приезда артиста. И каждый раз концерт проходил при многотысячном аншлаге. Ни с кем я не сравню.